В Северной Осетии от гриппа умерло 5 человек. Причиной летальных исходов стали осложнения после заболеваний. Лишь один, по словам министра здравоохранения Владимира Селиванова, погиб от вируса H1N1 свиного гриппа. Сейчас с диагнозом пневмония в тяжелом состоянии в больницах находятся 5 человек. По данным Роспотребнадзора, в республике на 86,5% превышен эпидемиологический порог. Из 6 с лишним тысяч заболевших более трети живут во Владикавказе. Вирус затронул в основном детей школьного возраста. Вторую неделю почти все школы Северной Осетии закрыты на карантин. Врачи призывают жителей республики не заниматься самолечением. При первых симптомах болезни советуют немедленно вызвать неотложку. Всего 107 больных прошло через КБСП. Сейчас там 40 больных с пневмониями, есть больные с бронхитами. Ими всеми занимаемся. Мы приняли меры Минздрав, территориальный фонд УМС и ОАО «Фармация». Потому что, чтобы снабдить медикаментами необходимыми, особенно КБСП, потому что основной удар идет на клиническую больницу скорой помощи, я имею в виду по поступающим пациентам. Необходимый запас медикаментов сейчас уже вторую неделю есть.